Завтра в стране ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут небольшие дожди. С юго-востока подует сильный ветер. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. Днем потеплее до 20 градусов. В воскресенье в страну придет теплая воздушная масса с юга. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки. Они продлятся до конца следующей недели. В штате Джигава на северо-западе Нигерии произошло сильнейшее за последние 30 лет наводнение. Погибли 40 человек, уничтожено более 2 миллионов тонн риса. Это четверть урожая страны. Власти опасаются, что из-за массовых потерь зерна ситуация может усугубить дефицит продовольствия в стране и привести к дальнейшему росту цен. В лесах Бразилии горят крупнейшие пожары за десятилетия. В сентябре спутники зафиксировали 32 017 точек возгорания в крупнейшем тропическом лесу мира. Эксперты из Бразильского института экологических исследований заявили, регион пережил два тяжелых месяца с большим количеством пожаров. Если засушливые условия удержатся, станет еще хуже. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Утром пройдут небольшие дожди. Подует юго-восточный ветер скоростью 6-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17. Ночью похолодает до плюс 15. В воскресенье тоже будет небольшой дождь. Днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 19. Ночью воздух остынет до плюс 15. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.